Мама Тайм – это невероятная атмосфера радости и веселья. Праздник, на который стоит приходить как молодым родителям, так и тем, кто только собирается им стать. Детям разного возраста и даже бабушкам и дедушкам. Здесь всем интересно и весело. Идею праздника Светлана Полянская позаимствовала у своих друзей из Мариуполя. Они это придумали, рассказали, поделились опытом, и мы как бы вместе проводим. Но у всех разный формат, у всех по-разному проходит. Кто-то маленький такой домашний, кто-то вот побольше, как мы делаем. Вот, у всех по-разному, но у всех одна суть, одно желание – сделать праздник для родителей, для детей, чтобы было интересно всей семье. «Мама Тайм» в Сергиевом Посаде проходит уже в третий раз. В этом году организаторы праздника решили не только развлекать, но и привнести элемент познавательности. Для детей подготовили занимательный квест из 10 станций. На каждом какие-то физические, химические, научные опыты. Вот, дети подходят, что-либо изучают, получают на листы печати, и в конце каждый ребенок получит приз или медальку, или там резиночку на руку. То есть все, кто участвовал, получат подарочки. На счет три вы потесете лампочку. Готовы? Раз, два, три. В торговом центре «Посадский» одновременно работало множество площадок. Пока дети играли, танцевали, готовили сладости и ставили научные эксперименты, у мам была возможность уделить себе немного времени, сделать красивый маникюр, прическу или получить профессиональную консультацию от стилистов. А еще на празднике были открыты магазины одежды и обуви, работала фотозона и проходили разнообразные мастер-классы. Мне больше всего понравилось, как были игры с огнем, потому что там интересно моют руку с пеной и потом огнем ее сжигают. На «Мама Тайм» ходим каждый раз, уже в третий раз присутствуем. Потрясающий праздник, очень весело, много гостей, знакомых. Светлана Полянская просто молодец. Что-то вот как для мамы, для себя здесь новое взяли. В «Игромире» очень много интересных книг. Ой, игр именно. И мультстудия очень интересная. Ирина Самойлова, Сергей Власов, «День города».